Донецке, когда первый. А Донецк, в Донецке, когда заходили, я обожаю фронтовых сказочников. Но там это было круче всего. Пятиэтажный переход, который. И какое-то там непонятное тело рассказывает. Причем половина стоит и слушает его внимательно. С кировского. Да я сейчас. Вот снайпер с телефона с этого стрелял. Но я его с ПМа по баллистической траектории. Ну вот эта вот верхняя посадка, фактически уже, которая идет вдоль дороги, это и есть линия фронта. Если противник видит на эту высоту, то это крепость. Крепость, в которой решать исход боя будет сержант с биноклем. Арт-наводчик. 2,5 километра. Ну, когда-то, да, еще каких-то жалких 2 года назад. Сейчас 50 метров. Только перекидывались. Сейчас 50 метров уже. Поехали. Как вот пехотинцу жить на 50, извиняюсь, метрах? Так живем, так и приходится. Конечно, даже смешно. 2-28 туда только Кугарской докинет, может быть. Поехать начали, поздно становится. А в низине что там? В низине ничего. Уже ничего. Левый ориентир. Расстояние 2200. Бетонные столбы. Под ним идет. И примерно по этой линии. Противник у нас сидит. А бетонные сооружения у столбиков бетонных вот там делают? Да, да, да. А что, оно прям в поле стоит? Ну да. Было бы стреляя, но было бы... А в посадочке там чего-то такое, вот, я сейчас скажу... Там взводник накопан, я понял. Ага. Ну, не стесняются они тут вас, хорошо, значит, и сами не бесчинствуют. Нет, здесь спокойно. Здесь было очень горячо. Не, если так они прям вот в пределах, значит, ведут себя пристойно, теоретически.